Всем привет, друзья! Сегодняшний гайд у нас на Магнуса. Магнус у нас любит переворачивать каждую драку, стягивая своим реверс полярити. И, в общем-то, очень сильный. Кор и, в принципе, лейт персонаж, ребят. Вот такой вот гайдик у нас будет сегодня. Поэтому, кому обязательно зайдет, подписывайтесь на канал и ставьте лукас. И обязательно пишите коммент, на кого бы еще хотели увидеть гайд в моем исполнении, ребят. Что ж, в принципе, все. Погнали смотреть способности. Первая способность на Магнусе — это Shockwave. Это просто волна, наносящая урон. Смотрите, происходит вот такой вот эффект. И у нас все enemy получают damage в зависимости от уровня прокачки. Смотрите, на первом левеле 75 damage, на втором 150, на третьем 225 и на четвертом 300 урона. И кдешится это все дело на первом левеле 10 секунд, на втором 9, на третьем 8 и на четвертом, соответственно, 7. Раз в 7 секунд можно наносить 300 damage вот так вот юнитом, в принципе, сильно напрягая себя, и все. Если мы замаксим этот спелл, и если мы будем ставить на миде, то можно, в принципе, играть через ботл и закидывать своего оппонента вот этим спеллом, который реально неплохо дамажит. Ну, плюс еще он массовый. Конечно, но у нас Магнус, в принципе, сам по себе массовый персонаж, то есть на массу рассчитан. И, в принципе, все. Погнали на второй спелл. Второй спелл на Магнусе — это сплэш плюс процентовочка дэмэджа. Реально прикольная тема. Идет 40 секунд, колдаунится 8. Можно забафать, в принципе, всю команду и реально жестко раздавать. Смотрите, в общем, давайте разберем полевельно. На первом левеле у нас клиф будет составлять и атак процент дэмэдж на 20%, на втором на 30%, на третьем 40% и на четвертом, соответственно, 50% бонус дэмэджа. Давайте немного, ну, побьем, посмотрим. Есть эффект, смотрите, видите, эффект сплэш разносится. И, наверное, напишем сейчас, не напишем, а прокачаем в четверочку и посмотрим разницу. Смотрите, перебафуем себя, 57 дэмэджа уже добавляет и, соответственно, сплэш, смотрите, какой у нас уже побольше сплэш. Очень приятная тема. В сочетании, кстати, ребят, с Battle Fury очень мощная тема, потому что сплэш будет очень сильный. Battle Fury дает 35% сплэша и плюс родной спелл 50%. И, соответственно, вместе будет 85%, а если 2 Battle Fury, то, соответственно, будет там больше 100. И тех, кого мы будем бить кливом, а именно сплэшем, будут получать урона больше. Вот такой вот, в принципе, спелл по монокосту 60. И забыл сказать про первый спелл по монокосту. Монокост тоже 90. Тут, ну, очень маленькие монокосты у него. И, в принципе, это все. Погнали на третий спелл. Третий спелл на Магнусе очень требует немного такого макропонимания и микроконтроля. Потому что с помощью этого спелла можно затягивать enemy, не крипов, ребят, именно героев, под какие-то хайграунды или просто протянуть, чтобы продамажить. Смотрите, как это работает. На первом левеле у нас рейндж проката 750 и 70 дэмэджа. На втором 140 дэмэджа, 900 проката, 210 дэмэджа на третьем и 1050 рейнджа проката. И на четвертом левеле 280 дэмэджа и апается до 1200 рейнджа на ласт левеле. Плюс после этого у нас идет 2-секундное замедление на 40% всех персонажей, которых мы прокатили на своем скивере. В общем, смотрите, происходит вот такой эффект. Магнус пробегает, потопал немножко и, в принципе, все хорошо. Но в чем особенность? Смотрите, как же я уже как сказал, он стягивает этот спелл. То есть, допустим, запрыгиваем вот так вот и берем всех кучу вот так собираем и всех прокатываем. Дальше у них накладывается замедление на 2 секунды в 40% и, в принципе, об этом спелле все. То есть в комбинации просто всех стянули, ну или не всех, или кого-то одного, допустим, просто затянуть под хайграунд. И, в принципе, в управлении этот спелл, ну, немного требует понимания игры в целом, ребят. Ну, такой вот спелл. Давайте посмотрим ультимейт теперь. Самое интересное, что есть у нашего персонажа, это его ультимейт. Что же он у нас делает? Давайте посмотрим. Смотрите, в общем, Магнус делает вот так вот. Топает под себя. И происходит следующее действие. Всех персонажей, enemy, которые рядом с Магнусом были, где он топнул, они стягиваются в одну точку и накладывается стан и наносится урон. Смотрите, как это все будет работать. На первом левеле у нас будет накладываться стан 2.25 секунд и наносится 50 дэмэджа. На втором левеле 3 секунды стана и наносится 125 урона. И на третьем левеле 3.75 секунд стана и наноситься будет 200 дэмэджа. По колдаунам у нас 120, 110 и 100 секунд. А по монокостам на первом левеле у нас будет ультимейт брать 200 маны, на втором 250 и на третьем, к сожалению, будет брать 300 маны. Очень много берет маны, но, в принципе, ультимейт очень жесткий. Давайте я вам покажу немного его в действии. Смотрите, я запрыгиваю сюда и нажимаю кнопку. Всех стягивает
И, соответственно, можно бить и делать с ними все, что угодно. Вот такой вот мощный ультимейт, позволяющий реально прикольно комбинировать с некоторыми персонажами. Допустим, со Свеном, с ЕСом или с Shadowfiend'ом. То есть, ну, все зависит от того, как вы мыслите. Ребят, в принципе, это все, что вам нужно знать для того, чтобы играть на этом персонаже. А теперь же давайте посмотрим геймплей на данного персонажа и послушайте обязательно и посмотрите игру полностью по моим советам, что можно ему собрать и как в целом можно играть на нем. Погнали. Тэшку выложу. Что, у меня еще есть, по идее... Ага, ну у меня есть БКБ. Я могу бить еще Рошан. Ой-ой-ой, какой опасный файт на Рошане. Но у меня есть БКБ, но РП в КД по хитпоинтам я просел. И ЕС нам просто крайне необходим. Ведь у нас минус одна сторона. И надо что-то делать. Ребят, что же у меня получится, смотрите в выпуске. Так, ребят. Начинается у нас гейм. Снайпер с пагом хочет идти на мидлейн. Не знаю, такое. Не очень хочется его видеть в миде. О, ему, видимо, пофиг. Я низ туда. Блин, а низ кунка хочет фармить с топориком. Понимаю. Я не знаю. Ребят, ну в общем... Не знаю, будет тяжело. Тяжело. Ну тут все будет от меня зависеть. Ребят, будем скорее всего... Я хотел, если честно, знаете как, стакать лес. Подстакивать лес с мидлейна и... Просто душить. Просто душить. Если там БТР будет убивать снайпа, я приду на мидлейн. Я не дам БТРу стоять там. Угу. Пацаны собираются тут файтиться. Ну, третий вкачаем для эскейпа и для атаки. А чё Б? Гоу, в пятером. Вместе подойдут. Под байчу еще вот так вот. Под байчу. Под байчу. Сапог. Отлично. Затаскиваю. Убиваем. Хорошо. ФБ сделал. А, хилку перерьюзали. Возможно, она бы долетела, я не видел. Но ее перерьюзали. Пофиг. Пойдет. Пойдет. Бывало хуже, бывало лучше. Так, ребят. Идем на топ-лейн. Ну, дали два фрага с помощью меня. Да, или один? Не, один фраг дали с помощью меня. И это хорошо. На скивере оттянули чуть-чуть. И пойдет. Надеюсь, у нас тут некр не будет фармить. И некр знает, кто я. Поэтому не фармит. Хорошо. Так, перехвалил пацана. Надо линию выровнять. Ребят, сразу на этой линии стик. Строго. Строго стик. Потому что тут БТР. БТР наполняет стиками напалм наши стики. И будем, наверное, в первый уходить во второй. Не будем идти. Слушайте, ну он сильно наглеет. Но не добью, не хватит дэмэджа. Слушайте, а если так, то... Херстопер. Не-не-не-не-не, все. Ну, без сапога и смысла не вижу туда идти. Не хватит дэмэджа, немножко, буквально чуть-чуть. Одной тычки не хватило нам. Так бы, может, и забрали бы. Пусть пацан на Б идет. Ну, будем, ребят, 1-3 идти, наверное. Стакать я не смогу. Он до сих пор бегает за этим БТРом там, серьезно. Забавно. Хорошо. Умрет. Умрет, умрет. Ох, ж этот БТР глупый. Что-то, что он там игрался? Не мог неужели уйти? Он же просто специально там игрался. Дурачок. Так, ну есть сапожок. Тени на миде, снайп. С сапожком тоже. Найс, классно. Интересно. Забавно. Так, ну там арк и неруб.
Руб с топориком. И Арк там тоже пытается, наверное, фармить. Да, Мидас. Топа only Мидас тупо вот сразу. First item Мидас. Думает, что у него что-то получится. Купив Мидас. Не понимаю таких игроков. Так, идет БТР. Можно поразминать немножко двоих. Вот так вот. Найс. Такая вейва чисто. Нафиг такие вейвы. Сейчас будет 10 стиков юза и подзадуем немножко. Заду. Хорошо. Еще наполняем стики. Слушайте, а можно, в принципе, от херстопера умрет. Хорошо. Ну, некру дали киллинг спри. Но, как бы, сами тоже не в минусе, можно сказать. Тоже не в минусе. Сларк еще пришел тут что-то. Видимо, Кунка не дает там фармить, Сларк решил побегать. А Кунка засранец, рили. Взял топорик и второй, походу, максит, да? Да, максит второй, соответственно, Сларку там фарма нет, а вот Сларк и пришел. Блин, ну стик на линии против БТР, это классно, потому что, ну, просто изи. Ребят, будем, наверное, через ПТ-шку собираться. ПТ плюс Маднес, наверное, соберем, но можно будет, я не знаю, я хочу очень сильно БФ страт, через БФ, конечно. Это красивая РП, минус 10 человек сразу. По кайфу, мне очень нравится. Очень нравится, прям. Закачали второй, ой, первый. На троечку. БТР идет. Хорошо. Давай-давай, БТР, работай. Но мне кажется, БТР в этой игре ненадолго. Он так чисто зашел почилить и выйти. Второй левел, третий левел наконец-таки апает пацан. Ура. Есть стики. Слушайте, ну чуть подойду к тауру и заюзаю с кибером. Эх, сжег он меня просто. Ну умрет тут, безусловно. Очень нагло играет, но немножко далековато я был от таура. Молодец, все равно. Все равно молодец. Все равно молодец. Так. Раз, два. И поехала. Тини. Хорошо. Надо выкладывать, чтобы сохранить заряды. Делаем ТП-шку. Хорошо. За это у нас ловушками фармит. Хорошо. Ага, ну подловил, молодец. Нормально все. Опа. Опа, есть РП. РП есть. Можно с РПшкой делать дела. Так, он с Баланар возбужденный, ребят. Ночь сейчас как-никак. Вторая минута ночи идет. Хорошо. Гоу, побьем его немножко. А, умрет он тут. Умрет. Вейва есть. Есть. Хорошо. Парниша немного завтыкал и погиб. Погиб. Ребят, можно, знаете, еще как собираться. Собирать в нормальных играх на Магнусе собирается ЕУ. Поднимаешь на Юл, спокойно подходишь, с дайгера прыгаешь и утаскиваешь к своим тиммейтам, кого нужно, кого ты поднял на Юл. Очень даже простенькая страта. Так, ну кидает мне флукс зачем-то вместе с крипами. Наверное, думает, что я не знаю, как он работает или... Так, БТР, надо уезжать отсюда. Ну, если пойдет дальше, не... у меня, короче, там по хилу есть хил. Есть хил. Вот сюда подойдешь под тавр, я топну. Дальше не пойдет. Все, нормально. Если бы он пошел под Т, я бы топнул. Так, зарядим стики. И ГРП.
А, маны нет. Все понял, маны нет. Слушайте, у них вард что ли тут стоит? Вард походу стоит. Или нет, или он так наугад. Ну стики заполняй. На тебе тычку. Заполняй стики и поехала. Б, зачем Б? У нас тут все хорошо. Мы тут отдыхаем на линии, нам стики тут пополняются по кайфу. О, смотрите, какие мулы. О, вот ББ. Но я тут подходить не буду. Ой-ой-ой. Не знаю, топать или нет. Но подойдут поближе, топну. Эх, главное, чтобы не в меня ловушка полетела. Ох-ох-ох, какой сильный тини там ВС играет. Силач. Силач. Мощный тини какой. 9 секунд калдауна, ну и снайпер с ПТ-шечка. Ничего страшного, это временные трудности. Сильный. Но есть полторашка у нас. Несмотря на эти фраги смерти, есть у нас полторашка, дальше будет проще. Единственное, тут придется собирать, скорее всего, БКБ, чтобы не застанется, когда даешь хорошие РП. Были у меня стики, но стики, по-моему, были в КД. Хилочку точно мог заюзать, но не рассчитывал я там умирать от ТОСа. Хорошо. Пока не раскачиваю второй. Тупо в третий иду. Но сейчас я буду... уже прокачивать второй, наверное. 210 дэмэджа, в принципе, 1000 рейнджа. Давайте на 1000 рейнджа остановимся и дальше будем уже чилить, так сказать. Чилим. И дагер постараемся сейчас сделать, чтобы уже... Ой, там уже мидас появляется, посмотрите. 9-я минута, хороший тайминг мидаса, в принципе. Молодец какой на зете парень играет очень сильно. Дагер? Понимаю. Разбиваем ему эту тему. Тени дагер, оказывается. Тени дагер. Да, плохо, что у него дагер, ранний дагер, так сказать, это плохо. Так, возвращается он к нам сюда. ПТ-ху на силу. Ой-ой-ой, ну это плохо, это овер плохо. Мне прожить чуть-чуть, но вот не знал, что тут неруб, честно не знал. Пришли, все на топе играют. Как будто игра с подписчиками, все играют на топе. На низу у нас кунка фрифармит. А вот почему кунка фрифармит, я не понимаю. Я вот это не понимаю логики. Главное к Магнусу пойти поиграть, что ли, с Магнусом или что? Серьезно. Ох, что этот кунка. Не заберет. Там 1100 хитпоинтов, Балнар очень жирный. Ну, стики я тупо банально не успел прожать, ребят. Тупо не успел. Тут как бы... такое. Чисто не успел. Эруб в инвизе подошел. Сзади стукнул и пошел. А, Эруб вышел. Роба. А он Эруб фул, походу, этот пойдет. Слушайте, можно сейчас тупо выходить второй. Даже. Не знаю, имеет ли смысл покупать дагер, уйти в фарм. И здесь-ка приходить подстиливать. Как вариант. Или нет? Или да. Дилемма, ребят, дилемма. Дилемма. А, Тини просто топ пенетрирует. Гоу. Вот так вот сделаем. Без дагера. Тини пошел за руной. К маме не ходи. По-любому. За руной пошел. Да, там уже он на руне с кем-то дерется. Хорошо. Хорошо. Может сейчас Madness выйти тупо в Madness? Идет. Че у него лотар там уже?
А, не, показалось. Ну, некру надо на хп что-то уплотняться. Вот это не дело, братан. У тебя хп вообще нету. Вообще хп нету. Полищитович. Да-да-да, типа разводить на РП собрался меня. Так я ж не нажму его. Я ж не буду до конца, до последнего жать РП. Все знайка. Знайка есть такое имя. Хорошо. А тупо фармим, пока даем. Он нас прокаста не убивает. Но попадет там смерть. А, ну да. Ну, свежезапакованные, так сказать. Ребят, свежезапакованные ПТСы. Получили. Хорошо. Заюзаем стик. Погнали тавр долбить. Хорошо. Сколько у нас Battle Fury стоит? Мы хотим через Battle Fury играть. Ребят, вот в этом вот, по-моему, бараке. Где? Вот в этом. Battle Fury. 4500. Хорошо. Гоу, прокатимся немножко. Хорошо. Хорошо. Корм идет сам к себе. Ой, как хорошо. Ну, фармим пока. Сейчас, глядишь, БФчик купим с такой темой. Но сильно тут зафармливаться нельзя. Тини может сказать: братан, слушай, ну хорош, тут типа мой лес вообще. Как бы. 4К есть, то тут 500 голд остается до нашего Battle Fury. Я думаю, я тут в наглую дофармлю, выйду в Madness и закачусь, если что, дам РПшку в троих. Быстренько размолочу парнишек. И поехал дальше. Как раз второй пока докачаю. И все, гоу, персеваранс купим здесь, чтобы у нас был манреген. И сколько у нас остается там? Копейки считанные. 300 копеек остается до Battle Fury. Покупаем. Хорошо, идем сюда на кэмп. Зажарим тут сейчас крипов. И поехало. Battle Fury. Есть. Очень хорошие слоты. Кстати, БФчик на 15 минуте плюс пол маски. Но в Madness, и честно, Madness не люблю на 85-й карте, но тут нужен будет уже дагер сейчас, ребят. Тут прям вот дагер. Прям мама, мне нужен дагер, пожалуйста. Прям дагер будет тут прекрасно. Уже как бы. 15 минут на 20-й. 20-й минуте. Хорошо. Кто там у нас? Зет. Слушайте, а Зета можно убить, в принципе. Типа я ушел такой. Меня тут нету. Выходи в фарме, братан. И сейчас закатимся. Вот сюда. Хорошо. О. Братишка, давай. Салам алейкум. Все, гоу. Вот с такими айтемами можно дружить. Пробафались. Нажали Madness, побежали. Но у нас Madness на 85-й карте, ребят, очень хорошо по фикшен. Movement Speed он почти не дает. Дает 17% всего, там ничто абсолютно, там 20 МСС дает, а в 83-й дает, по-моему, 30, а не 17. Я не могу точно сказать, чтобы не привирать. Я не могу сказать, сколько, но больше дает. Уверен, что больше, потому что персонаж куда активнее становится, когда Madness покупаешь. Вот там кто-то есть на рук, там, посмотрите. Там еще и Тини. Корабль кинь. Корабль кинь. А что ты за мной бежишь? Смотри, смотри, что делает, задрот. Смотри, что делает. Но я тут не должен умирать. Куда бежит, непонятно. Я хочу сделать себе свой дагер. И с дагером уже активно, прям активно играть надо. Тини, агоним, 13-й левел. Понимаю.
Вернее, не понимаю. Очень страшно, на самом деле. У меня снайпер есть, который ни хрена в игре делать не будет. Ну, посмотрим. Не будем наговаривать на пацана. Вот это самые прекрасные моменты, когда ты... Да, когда ты подходишь и... У тебя парень на некре стилит фарм. Ничего страшного. ВСЗ-то будем играть, но надеюсь, игра будет прикольной. БКБ надо будет тут по-любому. БКБ хочу. На миде очень много фарма. Но не хочется туда идти, там Магнус сейчас. Ой, Магнус, там Тини. Нет, Тини, он ходит, он просто как будто, знаете, такой уверенный, мувы у него сплоченные. Такие раз побежал. Его отсюда ТП делать. На низ, там будет удобнее. Надо доделать даггер. На 20-й минуте должен быть даггер, надо идти души. Так, Тини у нас цепляет, должен быть торрент. А, торрента нету. Нету ничего. Ну, уходи, Кунка. Уходи, я даже РП на него потрачу. А, достает-таки. Достает-таки. Ох, вот этот баш. Ох, вот этот баш, ребят. Это нечто было. Некор, но мне чуть-чуть дофармить, братан. Ребят, ну вы видите, да, БКБ надо по-любому тут. Слушайте, надо быстро этих крипов и убегать. Вдруг там ныру бежит. Чуть-чуть до даггера. Чуть-чуть. Все, купил и можно умирать. Нежелательно. Все, ребят, хорошо, все хорошо. Дальше крит или БКБ. Ну, БКБ, наверное, ребят. С БКБ я буду увереннее. Уже топнул и уже 100% меня никто не застанет. Никакой неруб. И я буду спокойно вливать дэмэдж. Вот такой вот будет у нас сейчас айтем билд на Магнусе. Там еще и Z там по-любому. Будет интересно. В нормальных играх этого персонажа вообще собирают через рефреши, там шивы. А вот в таких играх, как тут, в принципе, такая среднячковая игра, там 4-5к поинтов, можно спокойно собрать, то есть БФчки, всякую такую тему, и это будет прикольно. То есть вам понравится, вы кайфанете с такой игры. Главное поймать каких-нибудь, так, ой-ой-ой, страшно. Страшно, я боюсь. Страшно. Что это с нерубом? Он мне 1500 хитпоинтов снес. У меня Madness был включен. Это плохо, на самом деле. Это плохо. Плохо, когда вот так неруб контролит карту. Но с интрей не будет, ребят. Теперь нужно будет тупо под байты. У него всего догон, стан, бэкстеп. Но, скорее всего, у меня... Был Madness включен, я сейчас не уследил, но что-то очень сильно я отвалился, у меня очень много хп. О, хорошо, если он ливает... Ой, 1-7, да нафиг нам такой нужен, да, ребят? Кик. Кик его. 1-7, он не нужен нам, он абсолютно ничего не делает, он всю игру фармил. Сказал Магнус, который тоже всю игру фармит. То я, по крайней мере, дерусь. У меня 8 на 4. Это, соответственно, 8 плюс 4. Сколько? 9, 10, 11, 12. 12. И как бы разница 12 фрагов или 6 на всю команду. То есть я, соответственно, больше внес импакта, чем он. То есть и тем более Кунка это такой персонаж, которым просто, ну... Грех что-либо не делать. Потому что там метка. Кик сразу. Магнус, ой, Магнус, сейчас мне БКБ сейчас надо будет купить и все, и ГГ. Кик, ребят, смело, он не нужен нам. Он реально нам не нужен, он слабенький. Этот Кунка. Кунка нам не нужен, такой Кунка нам не нужен. Так, БТР собирает форсик. Так, 8 секунд, и надо пытаться убивать вот этого пацана, если он пойдет в лес. Не знаю, его промахи еще, кстати, контрить будут. Буду собирать, скорее всего, еще МКБ, чтобы законтрить его промах. Вот такие вот айтемы нам нужны будут. Реально, МКБ, вот эта вся тема. Ну что, у меня 1200 хитпоинтов, и наруб меня на изи снес. Такое. БКБ? БКБ, кираса, МКБ. Вот такие айтемы будут, и еще поверх купим себе муншард. И все, тут других айтемов быть и не может. Без крита. Ребят, будет игра без крита, потому что, ну реально, просто тупо не получится. Так, разбирают у нас там Магнуса, ну, ой, Магнуса, Кунку. На низу Тини.
ПТ-ху на силу делаем, потому что, типа, вдруг не руб. А вдруг девчонки? Ой-ой-ой-ой. Ну, опять начинается вот это дело. Гоу. Хорошо. Парнишка ошибается. Гоу, а чё он так наглеет? Он один там. Почему нету хелпы? Снайперу помогите же, ребят. Помогите же снайперу. Ну, я тут буду забирать. Тут варианты другого нет. Тини у нас там с муншардами пушит. Зеты пушат. Все хорошо. Все хорошо. А, ну я тут, возможно, даже отъеду. Уф, боже. Он просто прыгнул и убил. Но вот это Тини на перефарме называется. Лотар, зайди, лотар же есть, лотар. Лотар, зайди и добьешь. Ладно. Сильный Тини побеждает. Это радует. Это радует. КД. Не было КД, не ври. Видно же, что не было КД. Там же ж видно. Мог он зайти в лотар. Где-то секунды полторы было времени. Так, ну ситуация такая. Там два сильнейших пушера. Но пока один в говне, а другой его на сильном бусте. 21 на 2 Тини играет. Ну, мы будем сейчас делать Blacking Bar. И пытаться душить, потому что, ну, РПшку... Блин, РП я не хотел в него давать, а надо, ребят, надо. Но мы его не убьем даже. Хотя, блин, в принципе, надо пробовать, ребят. РП в одного это не очень. Но надо пробовать, когда Тини на таком бусте. При любых возможностях нужно пытаться его убивать. То есть есть возможность, пытаемся убивать. Нет возможности, тогда сосаем. То есть нужно, ребята, работать. Надо работать. Снайпер у нас 1000 хитпоинтов. Там Тинику чисто на плевок. Баланар на хосте. Ага, БТРы тут спокойно ходят. Нужно цеплять. Нужно цеплять. Он идет спокойно. Тут у них вижен стоит. Я вижен этот сбивать не буду. Цепляй. Блэкинг бар не за горами. Тини на топе, да? Отойти. На ботами у нас идет файт. А, там, смотрите, Z ТП-шится, да? Слушайте, это Z? Да, я понял. Блин, жалко такое делать, жалко, жалко. Я бы сейчас ворвался тут. Слушайте, ну... Такой бред, честно. Такой бред. Найс. Тини молодец все равно. Ладно, и вардить я не хочу, если честно. Вообще жесть, как вардить не хочу. Я хочу доделать свой Blacking Bar и кайфовать. А типа такое. Сейчас смотреть, как сторона падает просто так. Умрет тут Сларк, если останется. Первым попробуй даггер ему сбить. Нет, все поздно. Играй, некр! Некр не хочет играть. Слушайте, ну это помойно, если некр не хочет играть. Это помойно. Это помойно. Ну, некр АФК. Алло. Алло, подписчик. Очнись. Боже, некролайт. Ну, ты, он специально... Да дай ему рипера хоть. Пофиг вообще кому. Зачем-то руинит, пацан. Можно ж там выиграть. А он берет и руинит просто. Тупо целенаправленно берет и руинит. Стоит АФК, когда можно было там сакрать, сразу пошел. Сакрать сразу. Сакрит сразу ушел. Так, есть у нас РП третьего левела. Но топать я не очень люблю в одного. Поэтому сейчас будем... О, Тини. Купил там. Купил регенерацию, хотел сказать. Вар там. Да тут везде вар. Сейчас будем Тини цеплять. Серьезно? В таверну. Да,
Да, конечно, а как-то? А как же ж, я не хочу в стане стоять. Как же тут без БКБ? Вижу, вижу, вижу. Ну, что-то как-то такое. Хиляйся. Ага, все, хил был. Ах ты, собакен. Посмотри, что делает. Ну, там будет патронус. У меня в тиме есть еще 4. Ну, у меня тоже в тиме еще 3. Но такое. Такое. Так. Ладно. Сейчас кирасу. В МКБ, наверное, или в кирасу, ребят. Не знаю, кираса, наверное, потому что пока от Зета толка я не вижу. Зета у нас не стоит. Зета не видно пока по карте. Он делает рапиру. Сейчас он сделает рапиру и отдаст ее просто. Будет БКБ. Этого можно пацана на деф вывести. Гоу, пробежимся. Маднес продадим, мы выйдем в сатаник, скорее всего, и пойдет. Пойдет, по чуть-чуть и пойдет. Бери ДД и убивай. Бери ДД и убивай. А чё ты боишься? Скади там, у Сларк все есть, ребят. Бери ДД и убивай. Гоу. ТП-шку выложим. И купим себе гиперстоун. Так вот. Сделаем, видите, покура улетела там, да? Такие мини-мансы. Мини-маусы. Вместе стоять нельзя. Ой-ой-ой, там какой подсейв, смотрите. Тини на низу, да? Гоу. Нет. Что вар стоит там? Вар стоит. Нифига, достал еще. Хитрюга. Хитрюга достал еще. Даггер сбил. Все, я ушел отсюда. Go back. Все, маны нет. Маны нет, но вы держитесь. Нас низ идет парень. Деф, деф, деф. Он там за один заход сломает просто. Пацан. Надо бежать. Чуть отдефили. Кого вот эту тему? Глиф есть. Побежали. Ну, один барак он снесет, конечно. Бей. Плохо. Хорошо. Бешеного быка за рога. Ух, чуть шивы не купил. Так, ну сторону он нам снес. Это, в принципе, тини. Такой персонаж. Но есть кирасу, подарил кирасу. Но тини будет винить всю команду свою. А тут я пытаюсь как-то команду настроить, чтобы выиграть. Нужно настраивать команду, меньше ошибаться. И Неруба под моноберном не цеплять. Потому что его моноберн очень сильно накаляет. Накаляет. Так, есть. Надо пушить еще. Есть такое понятие пуш. Маднес продать. Можно будет взять что-нибудь типа линки. Чтобы моноберны блочить. Но не знаю, будет ли мне это чем-то помогать. Весь фарм собирать надо. МКБшку там надо. Тини у нас через 30 секунд треснется. РПшка у нас через 30 секунд тоже будет. Будет плохо эту игру проиграть. У нас Сларк как-никак есть. Вот сюда. Го. Бы варды. Или нам тут варды нужны. Тут варды нужны. Ударим один раз, отойдем. Хочу стакнуть. И надо ждать тини. На тини РП только на тини. Тини под РП ничего не сделает. БКБ нажал РП. В него и ГГ. Слушайте, а у меня слоты кончились. Что делать будем? Слоты кончились. Что делать-то будем, ребят? Маднес. Снайпер просто. Вот он мой мидер, как говорится. Хардгейм.
Hardgame. Вот Криса пишет. Кирбиса. Кирбица. Герой такой. Не Кирбица, а герой такой. Так, идет. Бабочку собирает, походу. Так, ребят, ну... Сатаник. Там начинается какой-то файт, но я соло его не убью. Пацаны игнорят просто сторону. Но я буду тут соло прыгать. Откидывает. Сбиваю. Проходит. Эх, Лотар. Эх, если бы попал. Есть вариативность еще догнать. Уже нету. Ну там моуспида дюже много. Ребят, ну я пытался. Но я задефил, по крайней мере. Задефил. Сторону мы не потеряли, но минус РП это плохо. Тиммейты. Конечно. Подсобили, как обычно. Где-то бегают там, но не следят за игрой, что тень идет по топу. Нельзя файтиться, они наоборот будут пытаться развести по сторону. Ты что там запрыгнул? Ой, ты наркоман, я тебе скажу. Слушай, у меня нет БКБ, если я прыгну, ошибусь, то беги. Если там еще и тень живой, все, нет. Ребят, далее я не знаю. Мне не хватает тупо банально дэмэджа на тиника. Возможно, даже придется сделать рапиру. И Маднес надо продавать. Это незначимый артефакт на 85-й карте, поэтому что типа Куриаса. Надо. Так, 11 секунд. Куриас есть, типа, ну моншарды. Цепанет, я буду прыгать. Нету детекшена. Чалька. Снайпер будет прыгать 100%. Ой. Not logged only. Просто ливнул пацан, ребят. Просто ливнул, сдался. Но видите, как оно бывает. Сейчас осталось победить Зета. Ребят. Но 4 на 4. Теперь будет. Зет там. 0-6, но Неруп еще есть. Забавно. Я думал, он снайпера будет цеплять. Он снайпера так и не захотел цеплять. И вот это большой минус на самом деле. Так, ну пойду по низу, бояться нечего. Тини вышел с игры, просто покидает нас, так сказать. Не знаю зачем, правда, но, видимо, так надо было. Help. Что там, на миде Z? Ну, если что, ПТ-шку выложу. Что, у меня еще есть, по идее... Ага, ну у меня есть БКБ. Я могу бить еще Рошан. Переиграл пацанов. Куда ты идешь? Давай драться. Тиника юзают. Ребятки. Ну, тут придется выкладывать ПТ. И не лишиться бы топ-линии. Ребят, ну, ломает наглую. Ливерами. Ломает, ничего страшного, это есть такая тема. И Z по низу идет. Будем сейчас сливать Аегу. Забрал у нас ПТ-шку, некор, да, или нет? Забрал, нет, не забрал. Рапира есть, два сакры, да? О,
Но у меня еще есть волшебные кнопки. Юзают у нас тени. Это на руб юзают. ПТ-шка у меня там так и лежит. Все, гоу. И два муншарда купим сейчас. Хотя можно, в принципе, тревел взять и муншарды. Ребят, гоу так и сделаем. Гоу. Но курой все равно надо там забрать айтем. Гем Сларк взял, нас это радует. Так, выложим. Тагер. Берем муншар, тапаемся. Поехало. Что может быть приятнее Магнуса в лейтгейминге? Почекаем пацана немножко. Хорошо. Есть у нас РП. Тини там. Юзают. Если гем сейчас заберут, будет печалька. Печалька. Хорош. Я иду по топу тупо. Тупо по топу иду. В тух. Вот просто тупо в тупу иду по топу. Или нет? Топ снесу и на деф. Надо идти. Хорошо. Сейчас на деф уйду. Побью немного. Го, уходить отсюда. Миддефить. Все, пришли. Хорошо. Гем. Боже, как же я нарезаю это. Но, ребят, БФчик нельзя продавать. БФчик продавать нельзя. Вывести кого-нибудь на деф, там какого-нибудь некролайта на дефе ставить, я могу, в принципе, соло сейчас. О, смотрите, там Неруб пошел. Надо бежать. Ах ты, свинота. Ах ты, свинота 2х. Но должен догонять. Будет еще что-то юзать, буду жать БКБ, чтобы не отдавать этот фраг. Или мансануть попробовать. Карапас будет? Нет, карапаса не будет. Хорошо. 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 Ну там Z дурачок. Но у нас тоже, видите, Кунка дурачок был, он вышел. Не знаю, честная, нечестная игра, но интересная. Я думаю, такую интересную игру будет смотреть вам, ребят. Поэтому я ее, скорее всего, выложу. В гайде будет эта каточка. Красиво смотреться, собирались. Вот по такому айтем билду. Так, ну там сейчас будут тиника контрить. 100%. А, так, у нас тут БТР. Если сейчас начнется файтинг, мне нужно просто подловить. Подловить. Ой-ой-ой. Вот поэтому БКБ. Хорошо. Подкинул. Уходить надо. Уходить. Видите, как вот, ну, БКБ не успеваешь нажимать, сразу в стан улетаешь. Вот поэтому против тини тупо. Это БКБ must have. Просто тупо против тини. Там через БКБ бьет чел на БТРе пробивает БКБ. То есть, ну, ультимативный. То есть, как бы дело такое, что если у нас еще 6к голды, можно взять тупо рефреш. Прилетел, допустим, на базу, топнул, прилетел на базу, зарефрешился, обратно влетел, там опять топнул. То есть можно делать так. Сейчас, ну тут еще игра не закончена. На самом деле контрит у нас парнишки. Тиника. Маднес бы продать. Но что тогда на отхил будет? Я так спит. Что-то... Качественная крит. Ребят, крит, конечно, там очень мощно. Крит купим, ребят. Для контбента. Хорошо. Крит вместо Маднеса. Думаю, мобильности нам хватит. На миде у нас цепанули Сларка, но мы снесем тут Т2. Его смерть не будет напрасной. Несем просто. У меня там еще ПТ-шка. Хорошо. Конечно... По резой не будет у меня такого атак спида, но будет хороший крит. Очень даже. Хорошо.
Хорошо. Продаем. Что нам попадется сначала? Буриза? Давай ПТ-шку. Go. Let's go. Хорошо. Некор там соляру мутит. Соляру мутит некор. Слушайте, еще бы БКБ поменять, да? На молнии какие-нибудь. Чтобы можно было прям... Ой, 1100 критуля. На молнии какие-нибудь БКБ бы поменять. И четко РП, если ставится, то там ГГ. Если не ставится, не ГГ. Но я отпушу максимально стороны. Катка напряженная. З, две рапиры. Две рапиры. Но мне стоит лишь топнуть в него. И все. Съешь таблетку. Какую таблетку? Что он несет? ББ оставляет. Я топ буду пушить. Сделаю вид, что я ушел на самом деле. ББ снайп. Этого пацана надо, ребят. Снайп без РП надо его. Опасно. Кого на Б. Сейчас бы подловить их. Кого вот этому пацану вот так вот. И... Ну, нету у меня, к сожалению. Ой, какой же карапас, ребятки. Ну, контрит, контрит, пацан. Жду. Жду, 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 жду. Сейчас будет кнопка и... Прыгну. Ну, такое себе на самом деле. Вот, ну, БКБ не прожал и, соответственно, поймал карапас и все. Поймал карапас и ГГ. Отхил бы какой-нибудь, блин. Не хватает отхила. Тупо банально отхила не хватает. Пытается Неруб там потеет за двоих. За двоих потеет. Слушайте, можно Тараску в куру взять и... Тараску в куру взять. И если что, отходить подзарегениться. Хорош карапас был. Карапас просто топ. Тараску в куру. Хорошо. Тараску в куру. РП бы хорошее. Но видите, как бы не особо дают. Нету возможности. Гем полза, гем надо, да. Гем тут просто необходим от Неруба. Неруб хорошо соображает, бегает, все, что хочет делать. Рапира, Тараска. За эти. Не знаю, как мы будем это заходить на ХГ. Но, думаю, будет интересно. Все ХГ не потеряем, не потеряем раньше времени. Индеф. За это нету, смысла нету там. Смысла нету. Смысла нету. Надо хорошо поймать просто и забахать просто. Так, не душите, пожалуйста, моего совуха. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это опасно. Это опасно. Но надо жать БКБ. Ой-ой-ой. Что происходит? Верапира. Куру, куру постараться переконтрить. Куру постараться переконтрить. Так, пойдет. Ну, две рапиры я заберу тут. Хорошо. Хорошо. Вард. Вард, ребят. Вард. Делаем ТП. А, не, я нажал ББ. Вард, вард, вард. А, сделал ББ. На миде у нас тиник. Нету БКБ. Все хорошо. 2 секунды. Хорошо, камни запинали. Хорошо.
Ну. Хорошо, пойдет. Го, вот так вот сделаем. Пойдет. Ну, с рапира сейчас пойдем. В сторону ломать просто до конца. Гоу в сторону просто. Тронем. Так, ребят, ну надо хелпу. Надо хелпу. Я тут сам не сломаю. Ребята, я без байбека. Ломается, у нас там тоже трон. Слушайте, ну... Карапас, вот, ну блин, а гем, как же ж так-то, а? Слушайте, ну Нару просто переигрывает. Печалька, печалька, ребят, печалька, печалька. Печалька. Ну, ломает у нас там трон, ну... Печалька, Лотар. Да, размены в троны. Сларк, ну ты не регенишься, братан, ты же сейчас умрешь. Ты либо отойди посильнее, вглубь от ХГ. Рапира лежит. Сларк может... А, не, не может. Блинка. Отрегенься, Сларк, и приходи. Тут изи, по-моему. Вон Келлинс, еще рапиры. Ультимейт жми! Ультимейт жми! Ну не жмет ульту, ребят. Не жмет. Ну ГГ, походу. Не знаю, как вы, а мне кажется, что пора сделать рекламную паузу. Йоу, друзья, смотрите, я вам покажу сегодня гайд на... Вот это все знают, что это, да? Это пища богов. А теперь смотрите, что мы должны делать. В общем... После того, как мы это все будем готовить, как у нас все приготовится, как сделать так, чтобы ничего не потерялось, когда мы будем сливать водичку, в случае, если кто-то не любит водичку. В общем, смотрите и запоминайте. Сначала, что мы делаем, мы, естественно, высыпаем вот эту всю тему. Поехали. Это просто найс. Смотрите. Опача. Детка, вот это самое вкусное, что может быть в этой прекрасной лапшичке. Смотрите, захотелось, да, уже, наверное? Я вот сам такой не знаю. Вот тоже, может, как бы заварить, да покушать. И сейчас в итоге, ребят, высыпаем. Ой, приправочки, смотрите. Как это прекрасно, смотрите. Просто excellent. А далее, соответственно, буду уже показывать, как нужно это все дело сливать, ребят. Гайд для тех, кто не любит водичку в этом прекрасном блюде. Смотрим дальше. Чайник закипел. Excellent. Заливаем вот это все дело. Лукайте. Опа. И оставляем на некоторое время накрытым. И дальше я покажу лайфхак. А далее мы берем просто и дырявим нашу крышечку где-то примерно в этом месте и сливаем аккуратно воду. И пошло дело. Аккуратненько сливаем водичку. Найс. Я не люблю воду, если честно, в дошираке. Так вы не потеряете ни одного кусочка сои. Запоминайте, ребятки. Водичка у нас ушла. Отлично. И, в принципе, остается тупо покушать. Приятного аппетита. Я кушать пошел. ГГ, походу. Да, ГГ. Снайпер, если не задефит сейчас. А кого ты лупишь, лупи этого дурачка? Он на рубка тпшится. Он на руб сейчас убьет. А, не, не убьет, все, найс. Аркварден ББ жмет. Пособирали там айтемы, но есть у меня денежки на Келлинс Даггер, на всякий случай. Две рапиры возвращаются там обратно. Ну, бредовая игра, если честно, жесть. Вот тут он мог еще ульту нажать, вот тут вот. Как со Сларком выиграть рили, если не нажимает. Так, ну Лотар там какой-то, там две рапиры на Баланаре. Просто посмотрите, что происходит, какой гейминг. Ну там один заход, если честно, в ХГшку. ГГ, ну главное их подловить, ребят. От моего мува очень много зависит на самом деле. Ну и от мува Зета, если Зет тпшится с двумя рапирами, ну рапир там не будет. Да не бойся, у тебя же все кнопки есть. Сними статы, статы. Статы, качай с него. Статы, качай. Пошел, статы, и все. Чего боишься, это иллюзия, статы, накачай себе. Он 4 статы он себе взял, 2 у него было. Так, есть даггер. Гоу.
пацана зацепим, не цепляем. Гоу по низу. Сларку даем баф. И снайпу дадим сейчас баф, и все. Так, мой курьер тоже риснулся с Тарасом. Хорошо. Подловить бы. Ой, какой крит просто. One shot, one kill. Рошу можем. Изи. Хорош. Вот тут кто-то есть. Бала, зацеп, зацеп, зацеп. Ой-ой-ой, это плохо, это плохо. Но если сейчас... Нет, РП тут не будет. Я не буду давать РП. Зашел, да, вот он искусно сделал сейчас на самом деле. Hand of Midas. Оп. Забрал две рапиры, чел. Тине надо забрать хотя бы этого камня. Хорошо. Ну там за это хорошо сделал, но мне нечего выкладывать просто, я ничего не хочу выкладывать. Все, это забираем. Это забираем. Опа, Z там, две рапиры. Гоу сюда, 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 гоу. У нас потом шансов не будет, если мы не зайдем. Растянем сейчас, у них топ пушится. И у нас, ну нету глифа, да, плохо. Гоу, гоу, гоу. Тараску надо подвести сюда, чтобы, если что, подрегениться сейчас. Дадим ему сейчас, пацану, вот эту тему. Где ты там? Хорошо. Здесь ПКБ. Слушайте, ну интересная катка вышла. Как вам? Я считаю, что интересная. Жму БКБ. Есть РПшка у меня почти. Отойти. Пушаем. Пушаем, пушаем, пушаем. Нечего бояться, есть РП. Эх, фул хп. Ну, 8 секунд сайленса. Ну, нет, ГГ тут просто. Ребят, ну, вот такая вот катка на Магнусе. Не знаю, я думаю, вам понравится. Если честно, если бы Тини не вылетел, ну, не вышел сам добровольно, я думаю, мы, может быть, и проиграли. Ну, как видите, тоже команда не очень сильно тоже отыграла. У нас еще один тоже ливер был. Соответственно, ну, не знаю. Игра интересная. Размены рапирами такая. Я думаю, в гайде вам очень сильно это понравится, ребят. То есть, ну... Аян, special for you. Так что вот так вот, ребят. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Xenazis. Лол. Ладно, ребят. Вот такой вот был гайдик. Бахайте, пробуйте, пытайтесь что-то менять. Не знаю, можно было тут и рефреш взять. Но если бы игра дальше тянулась, была бы еще другая вариативность. Видите, я Тараску в курьера взял, то есть еще там какие-то мувы делал. То есть все зависит от того, как вы мыслите, ребят. И все, в принципе, ребят. В принципе, все.